На минуту, опустив ресницы, прохладного стекла коснусь рукой. Такое чувство, что все это снится и происходит не со мной. Открыв глаза, я вижу ветер, как он кружит еще совсем зеленую листву, как солнце на закате светит и шум деревьев нагоняет суету. Все вроде как обычно, просто вечер, красивый вид открытый за окном. А в комнате безжалостно сгорают свечи, и мысли не отложишь на потом. 100 раз вопросы задавала, и столько же звучала тишина. Я его мысли прочитать желала, но словно вихрь разлетаются слова, как части незаконченной мозаики, что не расскажут тайну никогда. И всюду только слухи, байки, а жизнь как будто бы игра. Все мои мысли громом оборвала, увидела, как капли льются по стеклу. Дождем всю грусть мою смывала, рукой по стеклам проведу. Листва, которая кружилась, как чувство бывшее у нас, на землю медленно ложилось, как у влюбленных, в первый раз.